Спасибо маме за лицо, а бате за фамилию. В моем городе самое крупное агентство недвижимости называется Парамонов. Потому что фамилия хозяина Парамонов. И у меня фамилия Парамонов. И лет 16, куда бы я ни пришел, к примеру, устраиваться на работу. Даже когда я в колледж поступал, у меня спросили: о, Парамонов, случайно не сынок? Нет, не сынок. Очень жаль, очень жаль. Мне тоже очень жаль. И как-то раз после очередного вопросика: а ты случайно не сынок? Я сказал да. Ну а почему бы как бы и нет? Я тогда пытался устроиться в крутой отель на работу администратором. И директриса мне такая: о, Андрюша, как же я тебя не узнал? Какой ты молодец, хочешь работать, денежку зарабатывать. Сейчас, подожди минуточку, тут как раз твой папа. Я его сейчас позову, посидим вместе, чаечку попьем.